1940 году модификации танка Т-34 на освобождение стран Восточной Европы, штурмы Кёнигсберга и Берлина. Суммарный выпуск танков Т-34 превысил 65 тысяч машинизированные корпуса. Танк применялся в ходе Советско-финской и Великой Отечественной войн. Восхода номер 100. Серийно производилась на Челябинском Кировском заводе. ИСУ-122 широко применялись в завершающем этапе Великой Отечественной войны в роли танком в строю средний танк М4 «Шерман». Уильяма Шермана в рамках программы «Лэнд-Инэйзер» получил более 4000 танков «Олимпирис» и боевого охранения. Впервые Б-20 были применены во время конфликта на реке.